Первым представляю бойца в синем углу. Introducing to first, fighting out of the blue corner. Ему 31 год. Рост 162 сантиметра, вес 61,55 килограмма. Профессиональный рекорд 21 победа, 11 поражений при одной ничьей, один бой не состоявшийся. Ladies and gentlemen, he's 31 years old, standing 162 centimeters tall, official weight 61.55 kilos. His professional record 21 victories, 11 defeat and 1 draw, and 1 no contest. He was still MMA. He's MMA practitioner. Ladies and gentlemen, representing Bratislava, Slovakia, here is Tomas Deak. Его соперник в красном углу, fighting out of the red corner, бойцу 27 лет, рост 167 сантиметров, вес 61,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 13 побед, 3 поражения, и его стиль бразильское джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, he's 27 years old, standing 167 centimeters tall, official weight 61.6 kilos, as Brazilian jiu-jitsu specialist with professional record 13 victories and 3 defeats, представляющий красный. Россия! Вот он! Мурад Каламов! Рефери поединка Виктор Корнеев. Дамы и господа, встречайте! Глава Чеченской Республики, герой России Рамсан Ахматович Кадыров! Ну что ж, продолжается ACA 135, начинается основной карт, и теперь уже точно все в сборе. Итак, смотрим. Мурад Каламов против Томаса Дека. В красном углу Мурад, в синем, соответственно, Томаш Дек, и проводит неплохую атаку. Еще одну. Хороший настрой у словацкого спортсмена. Да, очень активно стал работать на руках. Здорово, здесь двойный такой джеб и попытка бокового именно по печени. Да, возможно, сегодня Томаш сделает ставку на свою ударную технику. Динамит в его кулаках белых словно присутствует. А Каламов, как мы отмечали, досрочно проиграл нокаут. Был такой момент у него в карьере. Но и соперничал он с очень крутыми ребятами, в том числе и с Петром Яновым. С левого бокового пытается зайти на свои атаки Томаш Дек. Джеб. Еще один. Стал меньше, кстати, идти вперед. Вот так оголтело Томаш Дек. Стал больше уклоняться, обороняться. Вообще сейчас принял удар по защите. Ну, более агрессивно первую минуту этой встречи провел именно Томаш. И здесь тейкдаун на встречу грамотно подработал. Отдал шею и будет пытаться провести гильотин, возможно. Но для этого необходим контроль, а его до конца нет. И все-таки не теряет попыток Томаш Дек. Но правой рукой вот так упер как раз для минимального рычага, который возможен в этой ситуации, но не хватит, конечно, сил. Да! Томаш Дек, вот это да! Уснул Мурад Каламов. Вы только подумайте, какую победу одерживает Томаш Дек. Невероятно! Просто невероятно! Вот это заявка на полтинник. 100%, вот ни больше, ни меньше. И удивительно, что из этого положения я как раз обратил я ваше внимание на то, что замкнул правую руку для рычага, но удивительно, что хватило силы и для завершения этого приема. Очень плотный захват, поверил в него, и здесь была вероятность закислиться у Томаша Дека, но практически без контроля ног. Да. Шикарнейший прием проводит Томаш Дек. Еще раз повторюсь, Никола Дипчиков мастер работать локтями из этого положения. А вот Томаш Дек теперь запомнится многим, как он задушил из этого положения. Блистательно. Вот это начало основного карда. Молниеносно побеждает Томаш Дек. Оформляет 22-ю победу в карьере. Этого парня действительно знают в России. И просто невероятный прием. Это скорее все-таки гильотина. Дамы и господа, время остановки боя минуты и 39 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time 1 minute and 49 seconds of round number one. Удушающим приемом Изаки победу одержал. And your winner by submission victory, Izaki Choke, Tomas Deak! Да, это очень было похоже на Izaki Choke. Конечно, вспоминаем выступление Алексея Олейника.